Ребята, всем привет! На распаковке сегодня целых три посылки, но здесь три одинаковых товара. То есть они отличаются всего лишь только расцветкой. Поэтому давайте все эти посылочки откроем за один раз. Ссылки все в описании под видео. Доставка заняла примерно дней 30-35, возможно. Я считаю, это нормальный срок доставки. Итак, ребят, здесь довольно-таки интересный товар, а именно подставки с беспроводной зарядкой для смартфона. В Китае они продавались по $15 за штуку, но была распродажа, они стоили чуть дешевле. Сейчас же цена упала, поэтому ссылка в описании под видео, можете заказывать смело для своего использования. Есть коробочка, как видите, и внутри коробки, соответственно, сама подставка. Продавца был цвет белый и черный. Я заказал две белые подставки и одну черную подставку. Итак, в комплекте есть кабель. Как видите, кабель очень, еще раз скажу, очень длинный. Это сразу же видно по намотке. И здесь, как видите, кабель USB Type-C, то есть разъемчик Type-C в подставке для смартфона, которая стоит $15. Но кабель здесь, наверное, метра полтора, это точно. А возможно, даже и 2 метра. Затем идет сама подставочка, инструкция. В принципе, все. Давайте посмотрим на подставку. Она открывается вот таким вот образом. То есть это идет сам низ подставки, чтобы была устойчивость. Внизу есть 4 ножки силиконовые. Параметры здесь 5. Идет ток от 5 до 9 вольт. Но вообще зарядка получается на 12 ватт. Отлично. Также вот здесь открывается вот так. Вытаскивается вверх. То есть вверх-вниз. Эта часть полностью алюминий, эта часть приятный на ощупь пластик. И если я не ошибаюсь, это товар от суббренда Xiaomi. У вас стоит на рабочем столе такая вот подставка. У вас есть iPhone, либо же другой смартфон с беспроводной зарядкой. Просто ставим, потому что вот здесь находится чип беспроводной зарядки. Ставим таким вот образом. А сбоку просто стоит кабель Type-C, подключенный к розетке, либо же к USB порту компьютера. Подключили, поразговаривали на смартфоне, просто поставили вот так, телефон заряжается, плюс стоит на рабочем столе. Приятно, мы это протестируем в конце видео. И давайте откроем еще две посылки, потому что там черный цвет еще есть товара. Посмотрим вообще, как он смотрится и какой лучше, белый либо черный. Я заказал два белых, потому что, как на меня, то белый цвет более прикольный. Итак, достаем. Здесь черный цвет, соответственно. Но кабель здесь белый, хотя могли сделать черный кабель, то есть под подставочку. Черный цвет также. Вот такой вот прикольный. Подставка очень увесистая. Вес посылки был 560 грамм, то есть, соответственно, около 400-450 грамм. Вот эта вот сама подставка. И поэтому давайте протестируем беспроводную зарядку, посмотрим, работает или нет. И удобно использовать такую подставку на рабочем столе. Или же удобнее просто использовать кабель, подключить к смартфону и к розетке. У меня до этого была вот такая подставочка, самая обычная с Алиэкспресса, стоимостью в $1.50. Она также хорошего качества. И вот здесь подставка уже, которую сегодня мы открывали видео. Подставка с беспроводной зарядкой. Я подключил уже ее к разъему питания, то есть через блок питания. И здесь, как видите, сразу же загорелся синий индикатор. Это говорит о том, что зарядка уже рабочая. Берем iPhone. У меня iPhone 10R. Соответственно, функция зарядки беспроводной уже присутствует. Просто ставим сюда вот так вот айфончик. Зарядка, как видите, пошла. Показываю еще раз. Вот iPhone заряжается. Есть заряд индикатора. Убираем, соответственно, нету. Ставим на подставочку. Зарядка пошла. То есть удобно. iPhone просто стоит на рабочем столе, без проводов, без кабелей, без ничего заряжается. Нужно iPhone быстро достать, поднимаем, разговариваем. Когда iPhone заряжается, горит красным цветом. Вот здесь будет видно, смотрите. Вот загорается красный индикатор. А когда iPhone не заряжается, работает просто синим в режиме ожидания. Поэтому, ребят, ссылки в описании все под видео. Товар очень качественный, в первую очередь, потому что мы покупаем для своего использования. Металлическая основа здесь, очень качественный пластик, очень хорошая сборка. Это суббренд Xiaomi. Ссылки все под видео в описании. Вы, в свою очередь, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения. До новых встреч.